В Одинцовском округе 7 сентября стартовала прививочная кампания. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что привьют в общей сложности более 200 тысяч человек. Он также уточнил, что для вакцинации используются современные препараты «Флю-М», «Грипол плюс» и «Савигрип». Они защищают человека сразу от 3 штаммов гриппа. По мнению эпидемиологов, риск заразиться после прививки снижается на 80-90%, подчеркнул Андрей Иванов.